прошедшем в Варшаве чемпионате Европы спортсмен российской сборной смог не просто одержать победу. Ислам Бачкаев выполнил прием, придуманный, разработанный им самим. Да-да, вы не ослышались. Спортсмен российской сборной одержал победу с помощью приема, доселе никому в мире неизвестному, и приему, разработанную именно им самим, Исламом Бачкаевым. Причем уникальность этого приема была подтверждена специалистами мирового уровня. И это очень интересная новость, потому что российские спортсмены, как выясняется, могут не только одерживать победы, используя чужие техники, но и их уровень уже достиг такого, что наши спортсмены сами разрабатывают техники, уникальные, интересные и неизвестные никому в мире. Здравствуйте, в эфире Грэпплинг Академия. Меня зовут Илья Захаров. И сегодня мы хотим вам представить события, случившиеся в российском, да, что там говорить в российском, я думаю, даже в международном грэпплинге. Спортсмен российской сборной придумал новый прием. Удушение треугольником с захватом руки сверху. И сегодня мы хотим вам представить этот прием. Детальный разбор будет позже. А сегодня, как бы в общих чертах, вы сможете увидеть, почувствовать, насколько это интересное действие, насколько это интересное движение. Ну, перейдем от слов к делу. Спортсмен в синем запрыгивает в гард. Красный начинает выполнять проход охраны с захватом двух ног снизу. Синий раскрывает его руки ногами и выполняет захват сверху плеча. Очень важно забрать дальний отворот и забрать его как можно плотнее. Посмотрим на видео. После этого накидываем треугольник ногами и заканчиваем прием. Теперь давайте посмотрим это еще раз. Треугольник ногами, закрываем. Гард. Попытка прохода охраны. Захват руки сверху. Треугольник. Обратите внимание на захват дальнего отворота.